Очередную акцию по сдаче крови для медицинских учреждений провело региональное управление МЧС. Сотрудники ведомства приняли участие в мероприятии «Нити жизни», которое прошло в рамках празднования 30-летия создания министерства. Десятки пожарных пришли 28 июля на станцию переливания крови, понимая, что это тоже форма помощи людям, ради чего они и служат в МЧС. Если мы хотя бы можем помочь так, сдаче крови, то мы стараемся и обязательно это делаем, чтобы кому-то помочь и сделать доброе дело. Перед началом процедуры все доноры проходят медицинское обследование. Сдавать кровь можно только при отсутствии противопоказаний. У каждого берут по 450 миллилитров. Медики отмечают, что для сотрудников МЧС это еще и хорошая возможность пройти лишний раз медосмотр. Он может совершенно бесплатно пройти определенные анализы и проверить свое состояние здоровья, так как перед каждой кроводачей его осматривает врач-трансфузиолог и уже делает выводы, допускать его до кроводачи или не допускать. На станции скорой помощи говорят, в последнее время заметно вырос поток молодежи, тех, кому до 30 лет. Однако визиты сотрудников МЧС здесь ценят особо. Ведь этим парням и девушкам, как никому другому, известно, какую цену имеет донорская кровь при спасении человеческой жизни.